И снова принц, и снова свадьба. На этот раз холостяцкий мир потерял принца Бельгии Амедео. В субботу он женился на итальянской журналистке Элизабетте Марии Росбух фон Волькенштайн. Невесту, 26-летнюю журналистку Bloomberg News, сопровождал отец, глава одного из самых знатных родов Италии и кинопродюсер. Церемония прошла в одной из древнейших римских церквей – Санта Мария Интрастевере. Она была построена в IV веке до нашей эры. Пара познакомилась во время учебы в Лондоне 7 лет назад. В начале этого года их помолвку одобрил папа римский Франциск. На невесте было платье от Валентина. Корону, удерживающую фату, Елизавете одолжила бабушка принца королева Паола. По христианской традиции свадьба проходила в родном городе невесты. Отсюда молодожены отправятся в Брюссель, где и обоснуются. Лили, как ее называют в обиходе, будет присвоен титул ее королевского величества принцессы Елизаветы Бельгийской, эрцгерцогини Австрийской СТ.